Я буду спать на Новый год и смогу тебе помогать. Блин, прям супер хочу на Новый год запустить стрим или что-нибудь поготовить даже на Новый год на стриме. Прям вообще прям супер все хочу сделать, но не знаю. Я постараюсь, я подумаю, как это все сделать. Прям супер круто, чтобы было. Вот, да, хочу, прям очень сильно хочу. Так. Что такое? Не хочу гулять на Новый год. Краш. Короче, здравствуйте. А спонсором этого видео проект Сто. Читал, давай, я твой аккаунт беру. Все, не надо мне срать аккаунтами больше. Просто если вы будете ими срать, я их тогда продам где-нибудь. Ой, кодекс сразу скинул, красавчик. Как же ты не понимаешь? Сука, кодекс единорога не терпит жадности. Поэтому все жадины исчезают волшебным... На нахуй взорвалась, ржулась! Это что, лайфхакер или что? Лопнула ржуля, сука, смерть вашей блядине, понятно? Вот такие правила. Здравствуйте, я генеральный директор Йота. Простите, хуй сосите. Спасибо. Ну что? Здравствуйте. Чего? Рик и Морти вряд ли. Вам не видно. Он такой мерзкий этот смех на самом деле. Happy New Week! Happy New... Потом, да, зато лапку видели, это, лапку? Вот здесь вот лапку видели, парни? Блин, а мы чё-то не... Блядь, я, по-моему, смотрела эти моменты с вами. Ну, а давайте ещё раз посмотрим. Заходите, пацаны! Саш, сосу. Пока. О! У меня мама так не делает. Ёбаный рот этого казино, блядь. Скажи ещё раз. Заходите, пацаны, а мы пока ебаться. Пакчам! О май гад! Просто край глаз, парни, все, шишка дымится. Нихуя вы чиксы для чпоканья. Ух ты, брайт лейс. Привет, парни, привет. Арки настал, это да. Я не знаю, что с Твичом происходит в последнее время, в последние месяцы, но это просто тотальный же пипец. Это просто пипец, серьезно. Это опять Вика Картер, да, бро? Покажи жопу. Блин, нужно настроить жопу на эту штуку. А как ее настроить? Нет, я не буду это делать. Как вам моя жопа? Если бы бандиты украли миллион и мою мать и посадили их на стулья и сказали, вот тебе пистолет, типа выбирай, в кого стреляешь, я бы в мать всю обойму разрядил, еще прикладом бы уебал подошел. А вот она бы этого никогда не сделала, потому что она не понимает цену деньгам, блядь. Она, блядь, не, она не живая. У нее третий подбородок? Бля, извините, конечно, мать, я бы не тронул. Это вам больше всего понравится. Это я реально долго рисовал сейчас. Реально долго. Хуй. Я хуй знаю, как я это нарисовал. Талантище. Бля, вот такие вот таланты просто пропадают, парни. Я такая нянь, я такая охуенная, сосите жопу, мама меня ругает,
за маты. Но я все равно буду продолжать это делать. Что это такое? Что с ней не так? What's wrong with you? Алло, что это такое? Плохая девочка. Нормально? Тупые долбоебы, блять, в чате нахуй. Пошли вы в пизду, мрази, блять. Фу, сука, необразованное быдло, блядь. Идите стыдно, учитесь очень. Нахуй, а не на Твиче сидите. Дауны, блядь. Получается. Поэтому... Ну, это тейк... это тоже... Блядь, Накита Кадзе, ебать тебя в жопу, мудак ты ебаный, блядь. Так, как это скипнуть? Сказал Хабиб. Тащи я тоже взял это. С карты его тащи. Куколды. Тоже взял, по-моему, это какие-то эти... Господи. Таджики, нет? Что может пойти? А кто-то посмотрел, кстати, с этой девочкой фул парня? Ну, типа, мне кинули, да, но я... Мне просто ручки не дошли посмотреть эту девочку. Ну, где она там сидела, я не помню. Короче, просто скажите мне оценку, кто-нибудь вообще посмотрел, как там вообще нормально, и, ну, стоит смотреть или нет? Огонь, да? Ручки, ну серьезно, ручки еще не дошли. Возьми с 10, часть с 10. Я думал, он врезался чуть-чуть. Да я профессионально вожу, алло. Да, ну, я кстати... посмотрю. Это чё это? Я не знаю. Ебать, кикфлип. В какой-то момент нарастание сложности этой ситуации может вызвать у спортсмена своего рода переутомление. С нашей точки зрения мы можем порекомендовать спортсмену отступить, так сказать, сдать очко с той целью, чтобы... Сдать очко? Чат. Мне кажется... Нам пора сдать очко. Очко в чат. Очко костлявое, Наталья, огонь. Бля. Вы надеваете перчатки. Берете бутылку. И вставляете в дырку. Очень реклама куча. На 5.72 бан. Merry Christmas. Уже про 5.72? Что, блядь? Ой, меня также сейчас хотели наебать с секундами. Сука, меня наебали. А ты чекнул? Да бля, сука. Я чекнул, меня наебали. Если честно, я почти подумал. Да там... Нет. Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы. Фул был эссер, я делаю парни смехну. Скиньте кто-нибудь парни, ребятам. Когда с парнями у нас снюсик на тубане. Но мы не делимся, мы им обладаем сами. Когда со снюсом любой наш фильм по вкусу. В кино, машине, в театре, в унике под снюсом. Сидя дома, грущу, чего боюсь. Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Скиньте, бро, нам чужо. Рожусь под снюсом, да и, блядь, умру под снюсом. Ебусь под снюсом, сосусь под снюсом. Китчик будет, да. Если нет в жизни вкуса, значит нет в жизни снюса. И все мои братки с кулдраем об этом вкусе. Ага, наручники снимите. Рикардо, ласка. О, так можно даже? Вот с ней, вот с ней, вот фу, парни. Скиньте, пожалуйста. Ой, черт возьми. Что это у него там в штанах-то, черт возьми? У него там голова, что Китчик, ли? Не знаю. Посмотрим. У меня аж мурашки пошли. My Little Red, но не да. От того, вот что это, мне да. понравилось. Да. У меня мурашки пошли, потому что я писать захотела. Сейчас мне нужно снять трусы. Да-да-да. Никнейм написал он, модератор мой. Просто найдите ее по, не знаю, по Google. О май. Вау! О май, блин, а что это было за цензура? Скажи,
Пчамп.